Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion. Мне почти 125-я часть игры под названием «Варвары у ворот». Запросите Ричарда Малика в убежище. Сейчас мы его допросим, этого мутня, устроим ему Кузькину мать. И узнаем его, работает ли он на нулевой день. Вот, друзья, круто, сейчас, друзья, быстро опять с ней поговорим. Она наша счастливая монетка, на удачу. Здорово. Ужасный день. Дедсек Торонто больше нет. Как это нет? Полиция арестовала всех, и теперь на них повесили теракт в посольстве. Боже! Если мы быстро не отыщем Малика, весь континент утонет в крови. Что-то мы нашли уже Малика, он находится у нас в штабе. Куда он нас смотрит, друзья, я не знаю. Малик находится прямо тут перед носом. Это капец, друзья, это реально капец. Сейчас я его допрошу, а. То Малика. Слушай, Малик, мы знаем, что ты причастен к теракту в посольстве и предыдущим взрывам. Не пытайся отпираться, просто признайся. Каким взрывом? Что ты... О, боже, меня похитила кучка кретинов. Наоборот, я пытался их предотвратить. Я патриот, но все считали меня психом. Даже Эмма. Но зато я понял, что одной разведки мало. Чтобы спасти страну, мне нужна была власть. И побыстрее. Ты знал о нулевом дне до того, как связался с нами. Объяснишь, откуда? Я ведь разведчик. Да, я знал кое-что о крупнейшем теракте современности. Честно говоря, я думал, что нулевой день — это вы. Бритва Оккама. Но раз подозреваете заговор, почему не подумали об Альбионе? Они выиграли от этого больше всех. Даже если ты говоришь правду, это не снимает с тебя ответственность. Ты многим навредил, Малик. Изгниешь тут. Сомневаюсь, что я здесь задержусь. Эти стены долго не продержатся, да и вы тоже. Ваша радикальная группировка исчезнет, как и другие до нее. Я видел такое много раз. Вы сами разрушите ее изнутри. Без помощи нулевого дня или Альбиона. Сильный лидер и единая идеология. Вот два условия для достижения величия. Демократия и плюрализм аномалии. Всплески на графике. Вот что такое Дедсек. Вы достойны лишь сноски на странице истории нашей страны. Но эта страница подходит к концу, и в новой главе о вас не напишут. Вот сука за Ричард, а? Вот реально ублюдок, а? Конченый. Задание выполнено, ворот. Серьезно, не ахи, раз-два. Мы продолжим дальше, продолжим. Так, глава завершена, шпионские игры. Ух ты, круто. Так, какая-то здесь коротенькая была миссия в итоге, ладненько. Значит, все-таки придется другое название придумать. Так, что же там нам дальше будем идти, а? Так, задание. Что-то какая-то была короткая, реально, друзья, миссия совершенно короткая. Ладненько, друзья. Значит, будем выполнять миссию «Незваные гости». Ну, под... да, и либо нет в наличии, друзья. Я не думал, что получится та миссия, будет такая коротенькая, но я не ожидал, что мы поговорим с ним, бах, завершена. Это было я в ахере, друзья. Маленькая, друзья. 25-я миссия называется, значит, «Незваные гости», а не «Варвары у ворот», потому что, ну, это была короткая миссия, вообще ни о чем. Так, все, давайте. Угу. Келли. Келли глава шпиона. Так, в глубинах Даркнета. Ух ты, нифига себе название. В глубинах Даркнета, друзья. Прикольно. Я мониторил сеть дронов. Мэри Келли, наконец, начала рассылать приглашения на рынок рабов. Дедсек, это Кейтлин Лао. Ваш выход. Взломайте дрона и выясните, где она держит этих несчастных чипированных людей. Пора положить конец этому кошмару. Окей, окей. Друзья, я не ожидал, что 25-я миссия будет так короткая. Поэтому, друзья, 25-я миссия называется «Незваные гости». Так, чипа, я с ним поговорил? Офигенно. Ну-ка, с тобой можно поговорить? А, нельзя, да? Ладненько. Офигенно, я поговорил с нашими друзьями, друзья. Надеюсь, вам нравится мои похождения с веб-камеры, которые я настроил. Надеюсь, вам нравится. Друзья, напишите в комментариях, это очень важно знать. Да, вам классно, что я начал проходить Watch Dogs с вебкой. Или нет, это плохо. Это важно, друзья, очень важно узнать. Реально. Так, ну-ка, ну-ка, так, ублюдок, что еще я могу узнать, я? По-моему, ничего, только что убить его нельзя. Сука, обидно. Так, ладненько. Так, с тобой эта миссия уже получится идет. Ладно, друзья, все, друзья. Побежали, быстренько, быстренько. Так, пошли. Выполнять наше задание.
так сказать, заберите приглашение на доставки. Ух, незваные гости, блин. Классное название, друзья, незваные гости, прикольно, а? А друзья будут нам грёбаную эту суку поиметь, кого на Келли, а? Мэри Келли, суку такую, а? Блин, обидно, что 25-я миссия, ну, в смысле, что Варвара Ворот такая коротенькая была, блин, друзья. Я сам был в ахере, честно, когда узнал, что, когда понял, ну, сейчас, что она такая маленькая. Ладненько, друзья, сейчас я быстро кое-что сделаю. Так. Команда, ага, сейчас, друзья, это важно. Окей, сейчас теперь команда. Так, что у тебя есть такого, чтобы готово? Так, поменять. А, у тебя получится такое и такое, я понял. Так, а, технологии, сколько у меня технологий? Так, я не вижу нифига, ладненько, друзья, я... Так, что я сделаю? Так, я думаю, лучше себе кастет, да? Да, вот, я думаю, вот это самое топ сделаю, офигенно. Молодец, так, команда. Так, сколько у нас тут в команде людей? Нормально, офигенно. Потом, так, надо будет их чередовать. Так, и надо будет потом чувака этого себе в команду завербовать. Я, может, даже как миссию завершу, то незваные гости, я себе чувака этого в команду завербую. А может быть, просто вне прохождения завербую. Получена посылка из Москвы. Ух ты, сотрудник Сирс. Блин, сотрудник Сирс нам пригодится, друзья. Реально пригодится. Так, ну-ка. Все. Так, а где Дарон? Какого фига? Эй. Доставки. Так, давай. Сбросить груз. Спасибо тебе. Так, вот наша доставочка, друзья. Все, приглашение забрал. Круто. Что ж, это было просто. Даже с твоими навыками. Минутку, я расшифрую коды безопасности. Бегли, что у тебя? Мэри Келли проводит аукцион в бане. Сейчас вырублю пока вебку быстренько. С 1904 года они были объектом санитарии. А мешает пока. Посвященное время. Там торгуют рабами. Иностранные инвесторы. Все серьезно. Значит, партнеры, клиенты, сотрудники. Все, кто хоть как-то связан с ее организацией. Мы разрушим ее империю изнутри. Инспектор Лао хочет передать свое дело против Мэри Келли генеральному прокурору. Наша задача — найти достаточно улик, чтобы он смог дать этому делу ход. Микрочипы играют важную роль в этом деле, но мы мало что о них знаем. Нужно что-то материальное, что с ними связано. Найдите хоть что-нибудь. Чертежи, счета, образцы. План простой. Ворвись на званый вечер Келли, узнай все, что сможешь, и если получится, не умри. Так, окажетесь в бане, будьте очень аккуратны. Мэри может убить всех пленников одним нажатием кнопки. Если попытаемся их освободить, им конец. Ага, понял. Она не знает, что мы вышли на ее след. Это дает нам преимущество. Так, это вообще охеренно. Это супер. Так, последите за аукционом рабов. Ух ты, сука. Где находится аукцион рабов? Нихера себе, о чем так далеко-то, а? Ебать кого брать, а сколько ехать? Ого, 2700. Ладно, друзья, прокатимся, так что быть, по Лондону погоняем. И, друзья, какая у меня прикольная функция есть у Shadow Play. Я могу вебку включать, Сейчас нормально скажу, друзья, я могу вебку включать, могу вебку выключать. Вот это охеренно, друзья. В нужный момент, бах, выключу вебку, когда она не нужна. Вот супер, да? Мне эта функция, друзья, реально нравится. Сейчас, друзья, быстренько мы... Поедемся за аукционом рабов. Угу. Я решил, что Варвара Ворот такая коротенькая миссия оказалась. Я почти сам думал, что она будет длинная. Типа мы запустим, допустим, Малика, он нам скажет всю нужную информацию. Получается, он просто растрендился, что мы такие сякие, что мы лошары, что он типа самый умный. Ну и все это такое, что он неплохой. В общем, ублюдок конченый, а. Интересно, он знает, кто на нулевой день, а? Или нет? Или он, мне кажется, он нам дал подсказку, а? Изнутри мы себя, получается, ну, поимеем, а? Так, по-русски сказать. Ага, сейчас, вот крутяк, а? Я вот реально, тачка не такая офигенная шпионская, мне нравится, а? Тачка, видите, какая здесь синяя проехала, тоже офигенная. Я, по-моему, ни разу не ездила, если не ошибаюсь. Друзья, я очень жду DLC-шку, когда я могу поиграть за Эйдена Пирса, когда я смогу поиграть DLC, что я купил. И, друзья, за Ранчо, из второй части Watch Dogs, который я не проходил. Но я знал, что он, не главный герой, но он прикольный, а? А Эйден Пирс, я знаю.
Правда, в то время, когда я играл, у меня был компьютер типа хороший, поэтому я не смог нормально, в принципе, в Watch Dogs поиграть первое. Но я играл за Индиана Пирса. Правда, недолго. Но все равно мне очень понравился. Блин, Watch Dogs первая часть вот офигенная. Сейчас. Ага, мы почти приехали, даже я это не заметил. Всем спасибо за поддержку, желаю вам всем хорошего дня, ну или вечера, уже не знаю, когда вы будете смотреть мое прохождение. В общем, друзья, всем вам спасибо. Так, вот, друзья, я почти подъехал куда нужно, ага. Сейчас. Только что этой машины нет маскировки, а. Это же машина типа шпионская, но это обычная. Но она шпионская, имею в виду тут, а сейчас она обычная. Так, друзья, сейчас надо повернуть аккуратненько. Не стоит вламываться просто так. Хакни местный хаб CTOS и посмотри, что ждет тебя внутри. Здравая мысль. Зашибенная мысль, Бегли, зашибенная. Давай. Так, где этот хаб? А где хаб находится? Так, подожди. Где находится хаб? Стягай маску моего агента, прикольная, друзья, реально, и классная куртка, если не ошибаюсь, Маркуса из второй части Watch Dogs, как я тоже буду стримить у себя, проходить у себя на канале, а. Так, подожди. Хапнуть. Ой, а куда он, где он? Как это понять? Ага, вот что как, я даже не заметил, друзья, сначала это. Охеренно. Вот я был бесен, а. Сейчас, друзья. Вау, ну-ка. Давай, камера слежения. Давай, друзья, посмотрим. Почему бы и нет. Даже надеюсь, моя вебка не мешает сейчас. Я могу тоже вырубить ее, если что. Так, и что это такое? Ага. Нам нужна любая информация, имена, адреса, даты. Все, что может придать делу вес. И найди способ освободить людей. Посмотрим, вот суки, а. Так, послушайте разговор об торговцах. Это хорошо. Шампанское не везут, а богатеи обожают халявный шампусик. Прям жить без него не могут. Ага, продукт готов к продаже, все в норме. Ага. Подожди, нажмите Away, чтобы просканировать область и показать видеокамеры, доступные для взлома. Их можно взломать сквозь стены. Я не вижу нигде камеры больше. Что-то я камеру, друзья, больше не вижу, нифига. Так, подожди, где-то еще полюбы с камерой есть, а? Вот что как. Ах ты, нихера! Вот сука! Ну, смотри в камеру! Прямо! Да, вот так. Встань! Медленно повернись! Я не хочу! Прошу вас! А ну, живо на ноги! Какое убожество! Хрена с два его продашь! Покупателям нужно качество. Лады, отведи его вниз. Обновим каталог, вывесим параметры. Нет, нет, простите, я все сделаю. Только не туда, нет! Да завали ты! Черт! Твою мать! Так, что тут у нас? С большой вероятностью подвал будет заперт. Но с не меньшей вероятностью один из этих придурков оставил где-нибудь код доступа. Ага, понял тебя, Бегли, понял. Так. Ага. Получение доступа. Ага. Спасибо за ключ, тупица. Чудесно. Так, сюда же тебе можно выйти, да? Вот сука, блин, людей пытают, ублюдки из клана Келли, а? Осмотрите подвал, да конечно я смотрю, а? Да офигите, конечно, сука, миссия. Так, блин, только что я... Так, из клан Келли. Сука, они везде, друзья, везде. Так, я думаю, иначе что сделать, а? Вот это охерен, а, одним ударом троих, а. Вот сука, вот охереть, а. Обшарьте все, мы найдем его. Вот это охерен, друзья, эпичный, как говорится, заход, а. Вот я молодец, а, реально, так эпичный зашел, троих одним ударом бабахнул, вот сука, вот охерен, а.
Вот я молодца. Так, здесь аудиозапись, если я не ошибаюсь, да? Можете послушать, а? Так, это где она? Или нет? Нет, где-то она есть, а? Так, я зашел в подвал, это понял, а? Так, а где она? Тут где-то показывает рядом, а? Так, она еще тут находится, что ли? Подожди. Надо сейчас подорвать тогда этого. Ну-ка, сработает. Ладненько, попробуем. Надеюсь, сработает, да? Так. Подожди. Сейчас. Да подожди. Во! Да, заказ получен, но я просила не этого. Жаль, что вам не понравился продукт, мэм, но у нас действует гарантийный срок 10 дней, и мы можем быстро подобрать вам замену. Хватит вешать мне лапшу на уши. У меня был предельно четкий заказ. 10 лет. Этот старше. Верните мне мои деньги. Я найду других партнеров. Мэм, мы попытались сделать так, чтобы товар максимально соответствовал требованиям, но у нас проблемы с поставками. Так, печень. Нифига себе, печень! Состояние почти новое. Здоровый донор, 22 года. Ёб твою мать! Свяжитесь с продавцом для получения скидки на перекрасную пробу. Стоимость, начальная цена. Ого! Перевод, доставка. Нихера себе! Ого, офигеть! Возврат возможности нет. Епатикова врать, суки, а? Я добавлю вам модель помладше, бесплатно. Посмотрите. Нет, нет. Предподростковый возраст не пойдет. Мне гарантировали, что ваши представители проверяют весь товар перед... Нифига себе, видели, друзья, что было, да? Печень. Начальная стоимость 350 тысяч. Этого буквально трясет. Такое ощущение, что для них покупать рабов крипты. Это совершенно нормально. Держи себя в руках. Если мы начнем действовать до того, как отключим микрочипы, Мэри Келли избавится от всех улик. Хорошо, тебя, блять, я понял. Да, друзья, эта миссия очень интересная и жестокая. Мы даже эту гребаную Келли с Мэри остановить. В Даркнете, где торгуют людьми, органами и еще черт знает чем. Нужно срочно прикрыть эту лавочку. Очень советую вымыть руки. Так, тут есть кое-что интересное. Мисс Келли, почему поставки взрывчатки задерживаются? Вы получили крипту? Все до последнего пенни. Признаюсь, раньше я думала, что вы кучка задротов, живущих на мамину зарплату. А что вы думаете теперь? Что у вас все хорошо с финансами. И что моя организация может оказаться замешана в очень гнусном дельце. И что цена выросла в два раза. Вы верны своим принципам. Но мы можем предложить нечто большее, чем деньги. Да, и что же? Силу. Вы станете королевой Лондона. Королевой, да. Королева суверенна. Независима. Неудержимой. Отдайте нам наш груз, и Лондон будет ваш. А, что ж, вот это уже хорошая сделка. Фейерверки в пути. Аккуратно. Смотрите, не обожгитесь. Вот он, последний гвоздь в ее гроб. Мэри Келли обеспечила взрывчаткой тех, кто устроил теракты. И это в придачу к рабам и торговле органами. Ей конец. Это интересный поворот событий. Значит, Мэри Келли не нулевой день, но она связана с ними. Должен признать, они весьма умело замели следы. План сработал. Даже я не мог предположить такого. А я специалист по предположениям. Давайте сосредоточимся на том, что мы делаем сейчас. Кейтлин нужна любая информация о золотой гусыне. Бегли, удалось что-нибудь раздобыть? Это обычный маркетинговый сайт. Я могу вытащить оттуда списки товаров, но вряд ли это как-то поможет инспектору Лао. Бегли, мы должны отрубить... А я пока не могу свалить, ясненько, все ясненько, обидно. Сольем инфу для Кейтлин и взорвем все к херам. Увы, сигнал скачет по серверам по всему миру. Наверное, друзья, учится песня. С этим разберусь, но уйдет сердце. Друзья, легкие, глаза, почки, офигеть, да, здесь анатомия, ёб твою мать, это полностью все тело получается, все клетки, все органы, ну, все нервы, охереть. Так, покиньте подвал, теперь, друзья, я могу наконец-таки с этого подвала гребаного, опасного и жуткого свалить. Сука, это Мэри Келли, тварище конченая, работает на нулевой день, а?
Я, сука, урою ее лично, пулю в голову пущу. Ну, кем буду играть, конечно, а? Ух, надо будет все-таки реально этого чувака из сердца его команды завербовать, а? При него прикольные способности есть, а? Надо реально побольше бойцов. Надо будет еще разнообразие делать бойцами, а? Так. Осталось найти, где шкирится эта сволочь. А, ты про меня, сучка. Так, это вроде бы у вас девушка, да, если я не ошибаюсь? Да, девушка. Кайтричу, боец клана Келли. Сука тупорывая. Все, друзья, теперь надо все сваливать. Так, я вроде бы тут все взял, да, если не ошибаюсь? Да, все взял. Аудиозапись послушал, все сделал. Вот они, суки, ублюдки, клана Келли. Пытаюсь людей, продают их как игрушки. Блять, мрази конченые. Куда я пошел вообще? Взломать устройство администратора. Незваные гости. А-а-а. Вот чё как. Нихера себе. Ах ты нифига себе, сука, я просто не хотел сюкаться с этими ублюдками. Я их еще не боюсь, держи, а? Надо мне, сука, куски на мать показать этим ублюдкам с клана Келли. Ты пытаешь, сука, людей, а? Ублюдки, а? Главное, чтобы сейчас не убили меня. Сейчас быстро сделаю здесь перезарядку, а? Сука, у меня обоими 50 патронов всего лишь у пулемета, а? Мало, а? Ага, понял. Охереть, а! Вот это охеренная вот прикольная, а? Шоковая мина. Они, друзья, заслужили смерть, эти ублюдки с клана Келли, а? Они работают на Мэри Келли, они пытают людей, а? Так, завершите передачу данных, ага. Сейчас скачаем, друзья. Сейчас сделаю быстро перезарядку. Сука, офигенно, сама цель ко мне прибежала. Вот это круто, друзья, вот я обожаю такие фигнюшки. Я тебя не подвели. У меня есть координаты серверов Золотой Гусыни и в качестве бонуса Центра управления микрочипами. И то и другое мне окей. Красавчик, Бэкс. Ах ты, сучки крашеные. Так, подожди, я покину, когда всех убью. Сейчас. Подожди, я быстренько дойду до этого мутня или мутихи. Даже не знаю, кто это. А, ты у нас, сука, робот, а? Бот-паук, сука. Так, кто же им управлял, мне интересно. Сейчас быстренько возьму, друзья, очки технологии, а? Ну, тут прикольный такой офигенный бар, груша боксерская, офигенно, а? Так, где тут вход, а? Так, а вход где? А, вот, походу, вот тут вход, да? Могу войти же? Могу. Так, беру очки технологии, офигенно. Так, здесь тут еще какая-то записка есть. Ага. Так, онлайн-каталог аукциона. Онлайн-каталог аукциона, да. Для участия необходима учетная запись. Понял. Все ставки делаются в ЕТО. Оплата производится в ЕТО. Покупки возврату не подлежат. Отказе от участия необходимо совершить за трое суток до проведения аукциона. Мужчина, Европейец, 46 лет. Страна Бельгия. Группа крови 4, положительная. Рост 187, вес 79, имид 29,6. Вот суки, вот же какие же они мутни, друзья. Сука, я тебя поимею, ублюдка, ты тварь. Клана, сука, Келли, сука, мразь. В общем, нет слов, друзья, как хочу ее нахер послать, эту суку. Я, друзья, быстро уберу пулемет. Я, друзья, свалим. Смотрите, друзья, тут красиво, очень даже прикольно, а? Ангел, блин, красиво. А, друзья, я быстренько чего свалю. К чертям собачьим, а. Я никого тут не боюсь, друзья, я всех уже убил. Чего бояться-то, а? Ха-ха-ха-ха-ха. Да, сука, сама, получается, мне дала выход, а. Спасибо, дура тупая.
Все, друзья, я покинул место. Мне кажется, наша миссия завершена. Как я понимаю. По названием «Незваные гости». Датсек, нам нужны данные с сервера. Как только мы их получим, они отправятся в офис генерального прокурора. Теперь Мэри Келли конец. Нужно вырубить сервера и блок управления микрочипами и освободить людей. Теперь в Неогейт. Похоже, Мэри Келли спрятала золотую гусыню в сердце компании, которая занимается кибербезопасностью. Не оправдываю ее действия, но восхищен изобретательностью. Так, друзья, 25-я миссия под названием «Незваные гости» завершена. Какая будет следующая миссия? Рынок закрывается. Ух ты, друзья. Прикольненькое название будет. А так, взломайте систему наблюдения. Нет, друзья, я это сделаю потом. Это круто, классненько. 25-я миссия, друзья, завершена. Сейчас, друзья, я быстро выполню побочное задание по вербовке одного агента. И завершу. Да, друзья. 25-я миссия по названию «Незваные гости» завершена. Но я, друзья, еще не завершаю свое, прохождение, как вы понимаете. Сейчас, друзья, завербу себе чувака в команду. Я хотел давно его завербовать. Так, вот его. Да, друзья, я завершу миссию. В смысле, уже, завершу. Так, рынок. Так, подождите, где он? Так, его зовут Ричард. Так, завербуйте. Так, тут дофига вербовки, но то, что мне нужно. Так, подождите. Друзья, получается, мы ликвидировали эту суку, Малика. И каким образом мы ликвидировали Куана Келли, когда она еще главная? Не понимаю, друзья. Какой-то баг игры, походу, а. Так, я понял. Угу. Так, это я понял, поэтому мне не нужно не это, а. Так, сейчас, друзья, подождите, я кое-что не могу понять. Как я могу? Хочу его заявить в команду, но... Что-то... Так, глубокий анализ. Так, Ричард опоздал владельцу крипты из клана Келли. Обнаружить крипту в Green Park. Ага, показать на карте. Так, глубокий анализ. Ага, ясненько. Так, взломать систему наблюдения. Рынок закрывается. Да не, мне нужно не это, блин, за что ж такое. Друзья, я хочу заебывать команду себе этого агента. Где он? О, ты у нас что умеешь? Нет, ты у нас не любишь, получается. Нафиг ты нужен? Так, вот, его хочу завербовать. Показать задание. Почему задание не показывается? Ну эй, какого фига? Вообще не могу понять, а? Ладно, друзья, сейчас быстренько мы... Ты можешь телепортнуться туда, чтобы на машине не ехать, а? Так, это где у нас примерно райончик? Так, ага. Вот, телепорт, друзья. Сейчас я быстренько телепортируюсь. То есть, надеюсь, вам нравится реально прохождение моей своей камеры. Ну, по крайней мере, даже как кажется, так прикольно, классненько. Ох, сколько там у нас? Сейчас быстренько. Ух ты, ё-моё. Время, Димон. Давай быстрее. Система наблюдения. Да не нужно мне это, а. Не нужна мне система наблюдения, а. Друзья, я быстренько позанимаюсь спортом, а. Побегусь. Так, тачку эту возьму себе, а. Да, возьму ее, она мне понравилась, а. Ага. Так, иди нахер отсюда. Так, сейчас. Все. Сейчас. Да ты заколебали уже, сколько вы можете их бить постоянно, а. Сука, они заколебали уже обычных людей бить, а. Ублюдки, блин, сука. Беги. Сейчас, друзья, тачку свою возьму. Ага, все. Поехали. А музыку. Вот, видите, сейчас я дойду, да. Ага. Так, вы не можете, я понял, пока не могу. Да ты сука. Пока не свалю, я не могу, ясенько. Ой, сори. Как вообще пикать в игре, я не могу понять, а? Да ёб твою мать, куда ты нажал? Так, F1, выкрыл тормоз, остановить машину. Да вы задолбали меня, суки тупые. Надо же было нарваться этих уродов тупых, а. Блять. Задолбали, а. Давайте, вали, валите, друзья.
Сори. Сейчас, друзья. Ты заебали, а? Же суки неугомонные-то, а. Блин, сейчас, друзья, их не могу свалить пока что. Сейчас, друзья, я быстренько возьму паузу, а. Так, вот, так, это кто у нас там в Ubisoft зашел? Так, это зашел у нас, да? Угу. Да, сори, людишки, сори. О, видели меня, чуть подхерачивал, да? Давайте сваливайте. Неужели, слава богам, я свалил от них, а? Сейчас, друзья, теперь припаркуюсь, а? Так, давай ждать. Подождем, оператор. Давай подождем Бэгли. Я, друзья, я завербую, надеюсь. Удалось отследить оператора криптофермы Келли. Взломаем оптик их спеца и лишим бандитов источника крипты. А, это не то совершенно задание, друзья, блин, а. Ну ладненько. Не то, что я хотел, друзья, совершенно не то. Ну ладно, ничего страшного. Блин, то есть я совершенно не то, что я хотел на самом деле сделать, а. Ванька, решим заработок крипты их, а. Это что ж такое-то, а? Украв ключи криптовалюты, мы лишили клан Келли доступа к счетам. Наш рекрут может вздохнуть свободно. Наш потенциальный рекрут хочет с тобой поговорить. Соединяю. Теперь я вам нужен. Во! Не думай, что я настаиваю, но если присоединишься к ДЦЕК, мы в расчете. Знаешь, да. И я в деле. Все, друзья, вербовка завершена. Все-таки, друзья, я все правильно сделал. Я завершил вербовку, офигенно. Так, завербован, чтобы сменить агента. Вот прикольненько, друзья, я завербовал. В следующем месяце, друзья, я поиграю за него, за агента Сирс, за Ричарда, до. То есть 25-я миссия под названием «Незваные гости» завершена. И завершена еще мини-миссия по вербовке. Все, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, мои супер-охеренные друзья, не болейте, не скучайте. Желаю вам, вашим близким, самого лучшего, охеренного здоровья. И все остальное у вас, друзья, непременно будет. Всем, друзья, пока-пока. Вы лучшие, охеренные. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.